Сегодня нам с вами предстоит решить немало проблем, касающихся развития производственной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, повышения уровня и качества жизни. Хочу с благодарностью отметить высокую общественную активность жителей района. Многие из вас выдвигают и поддерживают гражданские инициативы, направленные на благоустройство улиц, дворов, поддержку людей старшего поколения, воспитание молодежи, в лучших нравственных традициях сохранение историко-культурного наследия. Яркий пример возрожденный неравнодушными людьми дом музея Владимира Владимировича Маяковского на знаменитой Околовской горе. Я признателен всем, кто на деле проявляет заботу о настоящем и будущем Пушкинского района, добивается реальных перемен к лучшему. От всей души желаю вам успехов, благополучия в каждом доме, мира и добра. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Спасибо.